Глава города Александр Талданов предоставил довольно подробный отчет о том, что было сделано в прошедшем 2013 году в северо-западном микрорайоне Солнечногорска. Это ремонт проблемных домов на Вертлинской улице и строительство тротуара у школы номер 1 и установка контейнеров и детских площадок и асфальтирование дорог. В нашем здесь микрорайоне, в целом, о чем я вам рассказал, о дорогах, о уличном освещении, о том, что сделано нигде, ни в каком микрорайоне не сделано столько, сколько сделано вот в этом. По словам главы, в этом году продолжатся работы по асфальтированию внутриквартальных дорог, строительство 12-14-этажных домов. Не прекратится реализация программы «Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок» на улицах Вертлинская и Красная и программы «Городские детские и спортивные площадки» по адресам Колхозная 5 и Матросова 30. Есть она довольно приятная новость не только для жителей северо-западного микрорайона, но и для всех граждан. Город вошел в программу дополнительно по развитию парковых зон. Вы знаете, что наш городской парк требует определенного тоже внимания. Мы сейчас эту программу, заявку подали, нас включили в эту программу. Из города дополнительно будет выделено 10 миллионов рублей. И 10 миллионов нам дадут с области. Как справедливо заметил глава, на встречу с ним пришло немного жителей. И тем не менее, диалог все-таки состоялся. Вот трубу положили новую теплотрассу, там куча глины, кирпича и бетона всякой всячины. Ну что, это нельзя разровнять? Мы там вообще-то порядочек навели. Мы там навели порядок, а вот здесь. А вот ближе со стороны многоэтажки, да, вот это осталось, не доделали, доделаем. Да. Протокол заносим ваше предложение, доложим по этому поводу, обобщим эту информацию от жителей города и еще раз попробуем, потому что это минимум. Пора об этом подумать. Остается надеяться, что все планы будут реализованы, и в этом году наш город станет удобнее и красивее. Дарья Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».